A. Way. Друзья, всем привет! И сегодня у нас видео покупочки из магазина Магнит Косметик. Я купила подгузники, трусики-подгузники детские одноразовые Каспер. Про них я уже рассказывала и показывала подробненько. Очень нам нравится эта фирма. Мы ими пользуемся с удовольствием. И дальше много-много-много всякой мелочи накупили. Сейчас будем показывать. Ну, заходила я в Магнит Косметик с дочкой, поэтому... Ну, как всегда, не могла ничего, чтобы не купить. Поэтому купила ей слайм. Мы в тот раз брали такой слайм, только был просто двухцветный. А здесь он с шариками. Ну, вот ей понравился очень. Ну, решила побаловать ее, взять еще слаймик. Потом уже при выходе она увидела такие замечательные очки с цветочками. Другие были одноцветные, а вот эти красота вообще. Очень ей понравились. Я говорю, ну ладно, возьми на следующий год. Тем более, что они стоили очень даже бюджетненько. Взяла, ребят, набор воздушных шариков. Здесь 50 штук, и стоит он 159 рублей. Я уже брала такой набор. Шарики довольно плотненькие. Не очень огромные, как бы, но и не маленькие. Нам понравились такие шарики на все дни рождения, куда мы в гости там идем. Мы такие шарики с удовольствием надуваем, и детки просто играют. Хватает их надолго, 50 штук. Доченьке взяла вот такие махровые носочки. Иногда хочется подеть что-то потолще на ножку, чтобы не мерзли ножки. Вот решила взять такие махровенькие носочки, розовенькие, однотонные. Взяла, ребята, масленку, такую пластиковую масленочку. Смотрела на нее еще в прошлый раз, а в этот раз она была со скидкой. И я решила, думаю, надо брать, потому что у меня масленка поломалась. Кстати, она тут треснула. Эх, 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 жалко. Ну, чуть-чуть, видите, трещинка. Может быть, это когда уже я несла, потому что мы, в принципе, смотрели, вроде выбирали нормально. Ну, может быть, когда я несла, нечаянно зажала, треснула. Ну, в общем, ладно. Она стоила рублей 50, наверное, или 40. То есть, вообще дешево. И я решила взять такую масленочку. Это блоки для унитаза. Взяла одну штучку с лесным ароматом. Я такие не пробовала, они стоили тоже недорого. Посмотрю, как надолго их хватает. Я знаю, многие берут такие Бреф там или еще какие-то. Они стоят раза в три дороже, чем вот это вот. Но хватает их, в принципе, надолго. А эти я не пробовала, не знаю. Те как-то использовала, а такие не пробовала. Думаю, дай возьму, просто ради интереса попробую. Надолго их будет хватать или нет. И, в общем, посмотрю, может, такими и буду пользоваться, если понравится. Взяла, ребята, вот такой тональный крем. Матирующий тональный крем натуральный. Я брала... уже такой Магнит Косметик именно тоже, такой же фирмы. И даже цвет, по-моему, такой же. Мне он очень понравился. И взяла, он почти закончился, взяла еще раз такой. Наше любимое средство для мытья посуды. Той же фирмы, что и порошок, в общем, я беру. Это Ушастый нянь. Подходит для мытья детской посуды. И мне он очень нравится. Он прозрачный, без всяких добавок. У
уже на кассе, как всегда, доченька тут прислала что-нибудь вкусненькое. Взяли вот таких вот мишек, золотые мишки. Это мармеладки обычные, но она очень любит таких медвежат кушать. Ну, как все дети, наверное. Дали нам новый каталожик, посмотрю, что там будет интересненького. И дали нам два скрипыша. Соня сейчас их благополучно распакует. Кстати, у меня было два чека со скидочкой 100 рублей, которые я благополучно использовала. Очень хорошо, что продавец-консультант нам помогла и пробила всю нашу продукцию не за один раз, а за два раза, для того, чтобы можно было обналичить вот эти скидочные чеки по 100 рублей. Один чек на 767 рублей по итогу вышел, а другой чек на 704 рубля вышел. И в каждом чеке, то есть 100-рублевая скидка идет. Вот так вот здорово. И скрепыши нам дали просто так, потому что, как вы понимаете, за покупку от 800 рублей они идут в Магнит Косметик. Но она говорит, ну ладно, да, кто-то не забрал, возьмите, деткам. Такие добрые консультанты и продавцы встречаются в нашем Магнит Косметик, что очень приятно, мне нравится. Сонечка распаковывает скрепышей. Ух ты, такого не было, да? У нас такой кости подали. Такого разве? Да. Ну, сейчас посмотришь, а мне кажется, не такого. Такого? Да. Ну, может быть. Значит, будет два у тебя фиолетовеньких, таких, да? Единорог. Это не единорог. Смотри, какая классная штучка. Цветочек. Такого у нас еще не было. Ну, поверни их, покажи. Вот такие два скрипышика. Ну, друзья, и на этом все. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока.